Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодняшнее видео будет о моей посылочке долгожданной. Наконец-то я дождалась. Я делала заказик, как вы уже поняли из названия по видео, у Милочки Макеевой. Мил, привет тебе и огромное-огромное спасибо. Я дождалась наконец-то свою раскрасочку. Я говорила, что я жду раскраску, зарубежное издание, ну, ни для кого не секрет уже, и не новое будет. Я как-то говорила, что я жду именно зарубежное издание Кербера Заноса. Так, сейчас мы с вами все раскроем. У Милы, кто еще не знает, обязательно ссылочка будет под видео, проходите, знакомьтесь. У Милы ВКонтакте группа иностранных, зарубежных и незарубежных раскрасок, канцтоваров, ну, в общем, все, что относится к этому занятию, и не только к этому, вполне по доступным ценам. Мила все быстро отвечает, отправляет, в общем, никаких с этим проблем, можете смело заказывать. Все быстро, здорово, аккуратно, был вот, ну, посылочный пакет, кстати, такой интересный, картонный, теперь смотрю пакеты, ну и всегда красиво упаковано. Видите, какая прелесть в розовенькой упаковочке. Уже, видимо, к 8 марта готовимся. Вот такая вот оберточная бумага. Шикарная. Как я уже сказала, я ждала своего Керби Розаноса. Так, я немножко пошуршу. Бумага прям такая плотненькая. Все хорошо упаковано, все приходит в целости, сохранности. Так что, девчонки, если вы боитесь, то не бойтесь. Мила замечательный человек и очень ответственный в этом плане. В плане денег, отправки, ну, в общем, все такое. Всегда у Милы вкусняшка приходит вместе с заказиком. В этот раз вот такой хрустящая печенька, молочный шоколад с начинкой от Риттер Спорт. Мил, спасибо. Но это девчонка. Ну и сама раскрасочка. Сейчас мы уберем с вами пленочку защитную. Так, мне бы найти, где тут начало, где конец, где чего, ничего. Все, ну так, ладно, не буду испытывать ваше терпение. В общем-то, она мне не нужна, эта пленка. Поэтому, да, можно отрезать. Угу. Ой, какая она классная. Как я ее ждала, девчонки. Я знала, что выйдет эта раскраска. Когда только говорили об этом. В общем, с первого дня, как я узнала, что будет у Керби новая раскрасочка, я ее ждала. Ну, и я знала уже, что я себе хочу зарубежное издание. Вот такая раскраска. Вот такая толстенькая эта девушка. Я так понимаю, слушайте, трогаешь, она так как немножечко такой вот чувствуется рисунок шикарный. Так вот все это дело переливается, сама-то она матовая, а здесь тигр шикарнейший. Я знаю, что она прошита, по крайней мере должна быть прошита эта раскраска. Ой, какая прелесть, посмотрите, Ломарт. Издательство. Я сегодня, ну, вроде как должна быть прошита. Я говорила, мы когда с Милой разговаривали, что мне не принципиально, будет, конечно, очень обидно, если не прошита. Я не понимаю, вроде как прошита. Сейчас мы будем искать с вами. Мне не принципиально издательство, мне принципиально, чтобы она была прошита, потому как, ну, когда разваливаются, согласитесь, это не очень здорово. Ну, вроде как прошито, судя по тому, как это все дело открывается. Я надеюсь, вам видно. Она больше, я так понимаю, нашей советского издания, потому что наши ее немного урезали. Я потом, если будем обзор снимать, то сравним ее с советской, российской, советской, кому как нравится. Пишите, если нужен обзор, то обязательно мы его с вами посмотрим, снимем. Но я точно знаю, что где-то на сантиметр она обрезана.
Я просто, к сожалению, свою, ну, советское издание я разыгрывала, которое я отправила девочке. Поэтому бумага классная, она такая, знаете, ну, не то чтобы не гладкая, но и не шершавая, что-то вот такая, ну, должны на ней хорошо цепляться карандаши, акварель. Она такая прям хорошая бумага, белая. Почему говорю смело, что наше издание обрезано? Потому что, ну, я видела, вот улитка где-то то ли тут ее нету. Срезанная, вот цветок неполный, по-моему. И там, здесь вот, видите. Ну, можно сравнить, в общем. Не знаю, мне не видно, но вроде как сказали, что все будут прошиты у Керби раскрасочки, что не рассыпятся. Я просто не вижу здесь, девчонки, ниток, веревок и так далее. К сожалению, я не вижу, но очень надеюсь, что она прошита, потому что это был единственный момент, который меня очень волновал. Ну, то есть я просто не вижу здесь, где это. По уму, если здесь она прошита, то должна быть... Ага, вот, вижу, вроде как нитки, наверное, все-таки прошита. Это здорово, что она прошита. Шикарная бумага, шикарная раскраска. Я довольна. Мил, спасибо тебе огромное еще раз, Мила. Я, как уже сказала, ее еще не было. Я была уже в очереди у Милы на эту раскраску. Я точно знала, что я возьму ее. Я точно знала, что я хочу. Что я хочу раскрасить, даже уже знала. Поэтому да. Вот я ее ждала и дождалась, девочки. Обожаю этого леопарда, прям вот этого. И нравится мне еще один здесь слон шикарный просто. Носорог, к слову, тоже. И один леопард здесь прям моя любовь. Теперь будет навечно. Очень я в него влюбилась. Это сейчас я вам покажу. Суслик тоже классный. Чехомяк. Не знаю, чего там наш хомяк. Да, вот, вот этот снежный леопард. Это прям моя любовь. Влюбилась бесповоротно. Вот в эту иллюстрацию, девочки. Шикарная раскраска. А, ну, я так понимаю, сзади, как и в нашем издании, описываются, что за зверушки будут. На какой странице, какие зверушки, история о них, я так понимаю. Ну, в общем, все в таком роде. Можно даже пораскрашивать на этих страничках. Видите, чуть-чуть, но тем не менее. Их можно тоже раскрасить. Здесь вот реклама. Слушайте, у него даже пазлы теперь есть. Все, вот хочу найти эту раскраску тоже. Думаю взять еще пару раскрасок от Керби. Недостающих, которых у меня нет. По-моему, вот анеморфии нет, и маджиморфии нет, и вот этой нет. Вот такая у меня была покупочка. Я очень рада. Слушайте, она прям такая достаточно толстенькая. А, ну и можно приблизительно сравнить. У меня есть раскраска, мне как-то Люда давала. А, я ее хотела одеть на российское издание. Она была где-то на сантиметр точно больше. Ну, я и решила, что ну тогда она точно будет как раз на зарубежное издание. Это обложечка, потому что когда вот я ее одевала, даже тут, видите, частично вот там было прямо где-то вот так вот, если видно, сантиметра на 2 она была больше. Но здесь вроде как должна налезть, но не уверена, что по вот этой вот и будет. Ну давайте попробуем, будет достаточно, жалко будет ее испачкать. Конечно же, сюда в карман она влезет вполне. Даже очень. Так, сейчас мы аккуратно это все сделаем. Вот видите, она влазит. Прям хорошо села. Даже еще чуть-чуть осталось.
Это не критично. У меня есть, если что, пленка. Мне очень нравится пленка, и тогда книга ничего вот это вот не задирается, не мешает. И книга вся аккуратно завернута, обернута в эту пленочку. Единственное, хорошо, аккуратно это все сделает. А здесь, видите, да, масштаб трагедии. Не налазит. Не то, что не налазит, не хватает чуть-чуть. К слову, 26 на 49 обложка. Соответственно, здесь где-то сантиметров 25 в высоту. Ну и в ширину, наверное, все 50 будет, если вот ее в открытом виде, в развернутом. Ну, не знаю. Может быть, я сюда что-то придумаю одеть. Может быть, я все-таки обую ее в пленку. Как бы жалко пачкать. Вот прям сантиметра 2-3 не хватает сюда. Я не знаю, может быть, есть более широкий. То есть, если бы она была более тоньше, то, конечно, все бы село без проблем. Но пока можно оставить так, дабы не испачкать эту раскрасочку. А потом уже что-то решить. Можно вот... Давайте с вами... Раз уже начали, тогда доделаем до конца, пока временный такой вариант. Понятное дело, что это не то. Было бы у меня их две, можно было бы, знаете, карман с клапаном сюда еще так одеть. Но я, конечно, не фанат таких вариантов. Но вот эту сторону можно было потом развернуть, сюда одеть. Как-то отрезать, да, и где-нибудь тут их скрепить. В общем, если у Люды есть лишняя такая обложечка, то я попрошу и, может быть, в общем-то, сделаю. Не знаю, жалко мне ее как-то пока даже в пленку заворачивать, портить. В общем, вот такая у меня раскраска. В общем, смотрите, неплохо села. Здесь можно аккуратненько скрепочку пока что временно или что. Но она, в принципе, не потеряется. Все хорошо. Так что вот такие у нее большие... размеры. Ну, давайте. Ага, у меня большой нормальной линейки. Нет. 20 высота. Ну да, 25, как я и говорила. Ну и все остальное в ширину. Вот такая замечательная раскраска ко мне приехала. Буду теперь с огромным удовольствием раскрашивать. Бумага очень классная. Я так понимаю, здесь... Это издательство еще чем хорошо? Хорошо. Как это правильно сказать? Чем оно хорошее? Что еще эта бумага под акварель замечательно идет. Ну, граммовка я вам не скажу. Не знаю, я в этом не разбираюсь особо. Ну, такая достаточно хорошая бумажка здесь. Вот она такая интересная. Вот, наверное, как раз-таки под акварель. Эта бумажка. Если кто-то знает, где тут написано, скажите, я прочитаю и скажу вам, так это или нет. Ну, понятное дело, это этот год издательства. И больше ничего, в общем-то, я не вижу об этом здесь. Вот такая прелесть. Очень довольна, буду с удовольствием раскрашивать. Мила, тебе спасибо огромное. За это тоже отдельное спасибо. Вам, девочки, спасибо, что посмотрели меня. Пишите комментарии, подписывайтесь. Может, кто-то уже раскрашивает именно в зарубежном варианте. Расскажите, как вам эта раскраска. Как бумага себя ведет здесь. Под акварель, под карандаши и так далее. Будет интересно почитать. Если понравилось, пишите комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. Если нужен полный обзор со сравнением, да, каких-то отдельных иллюстраций и так далее, пишите, обязательно снимем. Тогда сравним ее с обычной, с нашей советской, российской раскрасочкой. Обязательно все сравню, покажу. Ну и всем пока-пока.